Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 марта. Святой благоверный грузинский царь Дмитрий II, прозванный народом самопожертвователем, происходил из династии Багратидов и был сыном царя Давида V, умершего в 1269 году. Царь Дмитрий прилагал много усилий для процветания и мирного благоденствия своей страны. В его царствование в состав Грузии вошли прилегающие к ней армянские провинции, что вызвало неудовольствие соседней Персии. Благодаря мудрым действиям святого Дмитрия II, оказавшего ряд услуг персидскому султану Ахмеду, столкновение с Персией в течение нескольких лет удавалось избежать. Новый персидский султан Аргун по наущению своего придворного врача-иудея, возбудившего в нем сильную вражду против православного царя Дмитрия, подступил с большим войском к границам Грузии. Султан Аргун расположил свой лагерь в Муганской степи. Святой царь Дмитрий, желая спасти страну от опустошительного разорения, сам прибыл в стан неприятеля и старался заверить его в своем миролюбии. Султан в неукротимом гневе предложил царю выбор – смерть или разорение Иверии. Царь Дмитрий отвечал тирану: пожертвуй жизнью для спасения своих подданных. Святой Дмитрий был казнен, 1289 год. Грузинские и армянские историки сообщают, что через несколько часов после мученической кончины святого Дмитрия внезапно затмилось солнце, и ужас объял султана Аргуна и его войско. В страхе персы покинули Грузию, не успев предать ее разорению. Память святого царя Дмитрия, нареченного от иверсов самопожертвователем, пребудет священной в стране, которую он спас от тирана пожертвованием своей жизни. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.